Одним солнечным днем одна небольшая семья пришла в порт, чтобы отправиться на райские острова. Они плыли несколько дней и ночей, как вдруг их лайнер налетел на айсберг. Корабль пошел ко дну, а семья оказалась в воде. Но тут сын вспомнил о волшебном яблоке, которое взял с собой. Все откусили по кусочку и телепортировались домой.